директор Тульского государственного музея оружия, почетный гражданин Тульской области Надежда Ивановна Калугина. Дорогие друзья, уважаемые гости, сердечно приветствуем вас в выставочном центре Тульского государственного музея оружия. Всего несколько дней, как мы закрыли выставку «Королевские игры», которая работала в этом замечательном здании историческом, выставка Государственного исторического музея. Среди наших партнеров, с помощью которых мы дарим публикам выставочную экспозицию, уникальные коллекции, которые развертываем именно в этом здании в Тульском Кремле, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский музей артиллерии, музей Московского Кремля, Дарвиновский музей, музей современной истории России, Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации. Но среди наших партнеров есть и уникальные люди, которые настолько хорошо, глубоко, всесторонне знают историю в том или ином направлении и посвятили свою жизнь не только той профессии, которую они обрели, но и своему огромному увлечению. Это энтузиасты-коллекционеры. И вот сегодня мы с вами присутствуем на открытии уникальной, прекрасной, совершенно особой выставки, которая живет с этого дня как единое целое в этом замечательном здании, в этом прекрасном зале. Выставки «Честь мундира. История российских войск 18-го, начала 20-го веков». И вот в основу этой выставки как раз и положена коллекция такого человека. Он сегодня рядом с нами. В этой коллекции редкостные предметы, подлинные военные мундиры. И сегодня в выставке представлено 33 таких уникальных, подлинных военных мундиров, которые были в российской армии. Это Андрей Владимирович Болдырев. Я хочу, чтобы все мы его поприветствовали. Эта выставка подарит нам, конечно, и глубокие знания в области истории, и эстетический восторг. Вы посмотрите, вот эти мундиры, среди них уникальный мундир лейб-гвардии Преображенского полка, уникальные мундиры и снаряжение лейб-гвардии конного и кавалергардского полков, а это была элита армии. И эти воинские части, они давали миру, давали Россию таких государственных выдающихся деятелей, выдающихся общественных деятелей, выдающихся деятелей культуры, поэтов, писателей. Михаил Юрьевич Лермонтов служил в таком полку. А какое восхищение, восторг вызывают мундиры гусарских полков? Вы знаете, на мой взгляд, это эстетически, это символы высокой эстетики, моды. И в этом смысле, Андрей Владимирович, эта выставка будет приятной и посетительницам нашего музея к 8 марта. Я бы хотела отметить, как совершенно точно, органично вписались наши предметы, предметы Тульского государственного музея оружия в этих витринах рядом с подлинными военными мундирами. Здесь представлено 97 подлинных предметов оружия 18-го, начала 20-го веков из нашей коллекции. Это самые различные ружья, это штуцеры, карабины, пистолеты, это холодное оружие. И, конечно же, шедевром, одним из шедевров нашей коллекции является уникальный большой портрет императора Петра I. Он также размещен здесь. Петр I предстает перед нами в военной торжественной форме. Этот портрет создан в 30-е годы
нашим замечательным, выдающимся тульским художником Владимиром Гильбертом. Дорогие друзья, мы будем очень рады, если все тулики, молодежь, школьники, студенты, кадеты, воспитанники Суворовского училища придут на эту выставку и смогут получить еще более глубокие знания в области военной истории. Но, наверное, самое главное, они наверняка испытают чувство национальной гордости за нашу великую Родину, за нашу великую, могучую армию защиты родной земли. И, возможно, в душах некоторых из них возникнет стремление встать в ряды этой великой российской армии. Участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, почетный гражданин города-героя Тулы Василий Маркович Мирошниченко. Так я гляжу стоящих в строю, и у меня сердце бьется учащенно. А почему? Я вижу перед собой правнуков солдат Победы. И вот ваша форма сегодня говорит о том, что, как в народной мудрости, платья береги изнову, а честь молоду. Мы с вами недавно отметили годовщину рабоче-крестьянской Красной Армии. И напомню вам, а вы должны это знать, как будущие офицеры, что рабоче-крестьянская Красная Армия начинала свою жизнь от лаптей и самой элементарной одежды солдата. И впоследствии, в годы Великой Отечественной войны, мы меняли свое отношение к армии, к прошлому нашей армии, и мы вынуждены были возвращаться к тем временам, когда форма солдата, форма офицера говорили о чести, доблести и геройстве. Коллекционер военной атрибутики, владелец коллекции Андрей Владимирович Болдырев. Добрый день. Хочу поблагодарить организаторов Тульского государственного музея оружия. Хочу поблагодарить Владимира Баскова, которого здесь, я не вижу, он здесь находится, его огромный вклад в организацию этой выставки. И хотел бы сказать несколько слов, как я вообще все это вижу. Прежде всего, хотел бы сказать о той роли армии, которая была в русском обществе. И даже не с этого, наверное, начать, а начать с того, что сейчас мы, русский народ, Россия, проходит такой этап, мы начинаем погружаться в свою историю, начинаем ее понимать. То есть мы в нее как бы входим. Вот этот процесс, который мы можем просто наблюдать на страницах Фейсбука, ребята, в которых мы подписаны там, в телевизоре и так далее. Вот это нескончаемый спор о том, что был для русской истории этот персонаж, что было вот это, что было вот это событие, вот они сейчас идут, и они еще будут долго идти. Потому что вот сейчас вот тот вот процесс, в котором разные точки зрения, они будут когда-нибудь, я надеюсь, выкрестлены во что-то в одно, в единое. И вот сейчас очень разные оценки и прошлого нашего, и настоящего, и того, что нам, кем нам быть в будущем. Но есть надежда, что вот эти вот все оценки, они выльются во что-то дельное. И вот для того, чтобы это произошло, нам нужно принимать нашу историю, что было на самом деле. Не сказки про нее слушать, не различные, так скажем, оценки, которые могли делать заинтересованные люди в какой-то точке зрения, да, вот, для того, чтобы делать какие-то самостоятельные выводы, нужно просто вот,
сам исторический материал смотреть. И вот теперь вот мы видим вот эти вот мундиры, и мы обращаемся к русской императорской армии, что это такое было. В плане того, что это было для защиты рубежей, для приобретения и отстаивания территорий, которые входили в Российскую империю, это понятно. Но ведь у армии была еще одна очень интересная функция. За 300 лет наша страна расширила территорию многократно. В нее вошли большое количество разных народов с разной культурой и религией. И все это были разные люди. То есть татары — это татары, русские там, их там даже много русских, есть поморы, есть казаки, есть там туркмены — это туркмены, кавказцы — это кавказцы, это абсолютно разные люди с разными культурами, а начали жить в одном государстве. И вот та роль армии, которая, то есть кто туда не приходил в армию, потом он выходил уже русским солдатом. И вот эта роль армии на протяжении очень большого количества времени, вот, глядя на мундиры, мы это, в общем, можем посмотреть. И тот опыт, который был в Российской империи по интеграции народов, допустим, Кавказ представлял для России некую большую проблему. И включить его в состав империи не считали, что это возможно, по крайней мере, наши, так сказать, английские, так сказать, партнеры. Что сделал Николай I? Он сделал собственного императорского личного конвоя, то есть воинскую часть, которая отвечает за его безопасность и наиболее приближена к императору, и набрал в нее представителей кавказских народов. То есть вот просто вот, собственный императорский личный конвой состоял из там чеченцев, дагестанцев, ну там они как-то в каком-то рациональном выражении присылали людей, и казаков кавказских и терских. И вот такое вот очень интересное и изящное решение, то есть Николай I доверил свою жизнь просто вот представителям тех народов, которые только-только вошли в империю и которые, в общем-то, не считались, так сказать, людьми, которые хотели ходить в империю. Вот результат. И очень важной составляющей в армии, конечно, был мундир. И отношение к нему было, я просто пример могу привести, недавно документ читал, лейб-гвардии Уланский уличный полк, там вопрос к командиру полка, что офицер, несмотря на то, что был зачислен в списке полка, но он не спросил у господ офицеров право надевать форму полка, ее надел. И вот этот вопрос, он настолько для них был важен, что они по этому поводу решили собрать офицерское собрание, чтобы высказать, что они по этому поводу думают. То есть просто так надеть форму там никто не мог. Просто изучая форму и смотря на нее, мы можем вот эту вот знаковую систему понимать и как-то вот к русской истории прикасаться. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, мы все благодарны Андрею Владимировичу. Разрешите на память об открытии этой выставки, на память о нашем музее, вручить Андрею Владимировичу наши памятные подарки. Выставка «Честь мундира. История российских войск 18-го начала 20 века» объявляется открытой. Приглашаем вас на экскурсию.